Тысячи пассажиров столкнулись с опозданиями и отменой поездов железнодорожной сети «Евростар», соединяющей Францию и Великобританию. Как сообщают в компании, из-за непогоды начались проблемы с электричеством, после чего было отменено 4 рейса, а остальные приходили с задержкой в несколько часов. Кроме этого, движение поездов было переведено со скоростных на обычные пути. Они просто ехали очень медленно. Поезд должен был приехать в 20:47, а сейчас знаете сколько времени? 3 ночи. По словам очевидцев, некоторым людям приходилось спать в тамбурах вагонов. Это был просто хаос. Никто не знал, что происходит. Во вторник многие рейсы также были отменены. В своем обращении к пассажирам компания «Евростар» извинилась за все причиненные неудобства.